начинается поселок под названием Кокоталь. Ну, 250 долларов квадратный метр земли стоит. Но можно найти, говорят, что вот забор его пошел. Вот это забор Кокоталь, вот просто в режиме реального времени. Всякие разные дома, и квартирного типа, и виллы. Но в основном они вот так идут впритык. Никакого забора, никакой своей территории, а просто впритык идут дома. Вот. Один другому по кругу. А внутри поле для гольфа. Вот вся фишка. 250 долларов квадратный метр. Кто-то еще имеет землю, не построился, и вот перепродает. Но за 220 можно найти, если долго стараться. 220 долларов метр земли квадратный. Значит, 10, одна сотка 22 тысячи. 10 соток 220 тысяч долларов. Кусок земли, на который можно построить дом. Вот строят какие-то дома для сдачи местным жителям. Вот сейчас я вам показываю наш поселок. Вот заканчивается Кокоталь. Вот, закончился Кокоталь. И мы въезжаем в наш поселок, который называется Эль-Эхекутива. Вот он. Эль-Эхекутива. 300 метров. И едем. Только въезжаем. И видим Юрин дом. Вот Юрин дом и дом этого парня Романа. 12 и 16 и 6 квартирные дома. Вот я вам про него расскажу. А сейчас едем. Вот КПП. Вот охранник здесь. И вот мы уже совсем рядом. Вот этот дом хозяина, папа. Папу его зовут, вот этого. Его машины там стоят, целый парк. Колхозник, крестьянин. Вот он владел всей этой землей. Вот он ее продает постепенно. Вот мы въезжаем в этот поселок наш, Эль-Эхекутива. Здесь благодать и прелесть этого поселка в том, что тут тихо, спокойно, закрыто. Это как бы, понимаете, в Москве, да в любом городе, в пригороде, в хорошем закрытом месте захватили территорию и там построили дачный участок, где живут чиновники, всякие бизнесмены, работают в городе, уезжают на свои территории. Здесь еще можно купить большой кусок земли и там построиться, как делают люди. Вот за этим забором живет русский человек, русский парень. Купил этот дом большой там. Тут пока все в режиме стройки. Строится все. Улица Алемания. Вот тот дом голландцев, про который я вам говорил, где шпионы живут. Вот улица Московская налево пошла.